Так, ребята, смотрите, вот такой планшет есть Prestigio. Надо перепрошить. То есть, если он у вас висит на заставке, скорее всего, надо прошивка. Вот что с этими происходит. Ты включаешь. Он вот висит на загрузке и все. Это что мы делаем? Выключаем. Нажимаем и держим. Вот на такой он заставке висит и все. Так, берем карточку. 512 мегабайт даже хватит. Теперь я вам ссылку дам на программы. Вот здесь. Phoenix Card Tool. Программка так. И сама прошивка, видите, апдейт. Теперь нам надо разархивировать это все в корень какого-нибудь диска. Ну, давайте сюда. Вот я разархивировал. Вот сама прошивка должна быть у вас. И программа. Название должно быть латинскими. Можно цифрами даже делать. Теперь запускаем программу. Нет, вру. Не запускаем. Вставляем флешку чистую в картридер. Есть так. Запускаем от имени администратора в семерке программу. Здесь оно, видите, само уже выбрало путь к флешке. Нам надо только указать саму прошивку. Идем с вами на диск C. Находим нашу папочку. Вот она прошивка. Указали, да? Нажимаем Burn. Все, флешка подготавливается. То есть сейчас туда загрузятся файлы прошивки. Так, около 3 минут заняло. Значит, смотрите, вот дошло до конца. Burn End. Нажимаем Exit. Выходим, да? Все, нам больше это не надо. То есть эту папку с диска C можно будет потом удалить. Она не надо будет. Теперь флешка у нас готова. Кстати, вот такую старенькую можно все время держать с прошивочкой. 512 мегабайт, кому она нафиг надо, правильно? Вставляем ее в планшет. Вот планшет у меня, кстати, видите, разбитый экран. Ну, он прекрасно работает. От этого кабеля. То есть, без проблем. Запускаем. Видите, сразу окно какое появилось. Не окно заставки запуска андроида, а вот видите, такой красный квадрат. То есть планшет сам определил эту карточку. И вот начался процесс прошивки. Вот так происходит на этом планшете эта хрень. Плохо, на разных устройствах все по-разному. То есть как-то бы было бы все стандартно. Нет же, блин. Понавыдумывают, понаворачивают китайцы. Мучайся потом, да, Андрюха? Надоело. Отдаю, ребята, планшет этот. Нахрен не нужен, валяется. Завтра должны забрать. Ну, тоже около 2-3 минут. Главное в этот момент не вытащить карточку. Ну, понятно, предварительно надо хорошо зарядить батарею. Я даже шил и без батареи такие планшеты. То есть он прекрасно питается от мини-USB кабеля. Нормально. Можно даже работать вообще без батареи. Но это в этой модели планшета. Есть планшеты, которые не могут работать от кабеля. Лабораторный блок питания наш, помните, собирали первый вариант. Видите, карт, окей. Ну, вытащить карточку. Все, он выключился сейчас, ничего не будет происходить вообще. Надо вытащить карточку. Вот можно ее оставить, в принципе, для прошивки только этого планшета. Запускаем. Я хотел инкубатор сделать с этого планшета.
Ой, а потом думаю, да ну его нафиг, этот хлам весь собираешь, собираешь. Достала эта техника. Тут скоро война начнется, блин, бежать надо всем. Куда-то. С земли. Да, Андрюха, надо все распродать и на Марс. Купить билет. А мы этот хлам собираем. Все, надоело. Все, раздаю, раскидываю, достала это все. Телефоны там старые пораспродавал, ребята. Так классно, через OLX все поулетало. Оставили нормальные телефончики себе. По одной штучке. Хватит уже, да? Куча телефонов. Да, Андрюха, что смеешься? У Андрюхи еще куча хлама. Планшет, телефон, компьютер. Продадим твое лишнее все, да? Нет? Зачем тебе этот хлам? Ну, первое включение будет долго длиться. Не переживаем. Так и должно быть. Сейчас пока подготовим мышульду. Видите, какая классная мышка такая. Так, берешь раз. Для ноутбука. И кабель подготовим. Так, вот он, ребята, запустился. Тут даже кусочек дальше работает. Смотрите, вот трещина. Оп, видите? Но тут уже не нажмешь. То есть вот этот кусок работает и вот этот. Вставляем мышульду. Да блин, как тут. Так, правильно. Пим, смотрите, появился курсорчик. Ну и все как обычно, да? Так, что нам язык надо же сменить. Ну, в общем, вы дальше поняли, да, ребята? Больше ничего интересного. Сейчас заставку только покажу вам этой прошивки. Так, ну вот, ребята, вот такая вот прошивочка. То есть все необходимое тут есть в ней. Так, камера. Пим. Ух ты, как классно показываете, ёшкин кот. Все, не будем отдавать планшет, не? Хороший? Нет, пошел он в жопу. Так, ребята, все, всем пока.